В семье Боевых точно знают, собрать ребенка в школу не так-то просто, особенно если детей в семье несколько. Елена воспитывает 12 сыновей и дочек. Пятерым вручили школьные принадлежности в рамках акции «Соберем ребенка в школу». Когда много детей и дети идут в школу, это очень большая поддержка для большой семьи, как бы, потому что сейчас в наше время собрать ребенка в школу очень накладно. Моей семье очень помогает. Но я думаю, и другим семьям тоже очень помогает. Уже в третий раз благотворительная акция помогает семьям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации, включая приехавших с Донбасса. Спонсорами выступили крупные щелковские предприятия и компании: «Щелково Аграхим», «Щелково Хлеб», «Русская бакалейная компания», «Гиперглобус», «Щелковский завод вторичных драгоценных металлов». Вы все должны понимать, что мы все вместе. Вместе мы решим все проблемы для того, чтобы каким-то образом в этой непростой ситуации политической, экономической найти возможности поддержать друг друга. Школьные принадлежности получили более 80 детей, ученики начальных классов, преимущественно те, кто в школу в этом году пойдет впервые. А в новеньких рюкзаках уже лежит все, что понадобится в учебном году. Ребята такие подарки оценили по достоинству. Мне понравились цветные ручки, тетрадки, открытка. Ну, еще что-то, я не поняла, там в пакетике что-то лежит, я не понимаю. Ну, мне тоже понравилось, там все мне понравилось. А ты в каком классе учишься? Уже в третьем. Дарья Заснегова, Сергей Максимов, телерадиокомпания «Щелково».